Благодаря эффективной деятельности Гейдара Алиева стало возможным возрождение традиций государственности в Азербайджане в конце 20 века, укрепление независимости, которое приняло необратимый характер. Гейдар Алиев, посвятивший всю свою жизнь преданному служению народу, в своей титанической деятельности всегда опирался на народ, обращался к нему в самые тяжелые моменты. И народ никогда не отказывал ему в поддержке. Идеология азербайджанства Гейдара Алиева, превратившаяся в идейную основу национальной государственности, определила свое место в современном мире и явилась объединяющим фактором для азербайджанцев всего мира. Память об общенациональном лидере азербайджанского народа, мудром руководителе и гениальном сыне Гейдаре Алирзаоглы Алиеве будет жить вечно в сердцах людей. Молодое поколение Азербайджана также чтит память о великом лидере. Бесценное наследие Гейдара Алиева сегодня является предметом пристального изучения в Азербайджане. Так, в центре Гейдара Алиева 10 ноября прошло второе общереспубликанское соревнование по знаниям «Гейдар Алиев и история Азербайджана». Проект, реализуемый при организации центра Гейдара Алиева и при поддержке Министерства образования, был нацелен на изучение жизни и деятельности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, увековечение и пропаганду среди молодежи наследия великого лидера. Наша цель в том, чтобы побольше студентов, побольше молодежи приобщалось к наследию Гейдара Алиева. Причем не просто голословно, а посредством музейных экспозиций, музейных экспонатов. Мы этой цели, мне кажется, достигли. В соревновании участвовали команды студентов, обучающихся в различных вузах страны. В общей сложности было 46 команд, по одной от каждого высшего учебного заведения. Соревнование состояло из трех туров, в каждом по 12 вопросов. Вопросы охватывали темы, связанные с детством и молодостью великого лидера Гейдара Алиева, годами, когда он работал первым секретарем Центрального комитета и Коммунистической партии Азербайджана, периодом политической деятельности в Москве и Нахчеване, а также со временем, когда общенациональный лидер руководил независимым Азербайджаном. Победу на общереспубликанском соревновании одержали представители Университета «Кавказ», которые смогли правильно ответить на 44 из 46 вопросов. Сегодня мы одержали победу. Честно говоря, не ожидали. Вопросы были очень сложными. Победили сильнейшие. Мы участвовали в прошлом году, заняли 5-е место. В этом году мы нацелились на 1-е место и достигли желаемого результата. Напомним, что первое общереспубликанское соревнование по знаниям Гейдара Алиева и азербайджанская история было проведено в центре Гейдара Алиева 12 ноября 2014 года. В прошлом году победу одержали представители Бакинского славянского университета. Фарида Ашралова, Хаяла Гараева, Фируз Рагимов, CBC.